Вы слушаете канал жааш.клаб, речная мантра. Река Дон постоянно что-то говорит. Фразы ее репертуара – это всплески, шипение, бульканье. Речные волны созидают успокаивающие звуки, они в звездную ясную ночь становятся голосом вечной жизни. Река трудится сама на себя, ей не требуются посредники. Круглыми сутками без перерыва она подмывает, и в то же самое время укрепляет берега. Глина, песок, галька, весь строительный материал всегда у нее под рукой. Река выносит его в период половодья со скрипучим легким шелестом и шуршанием. Придонная и листая муть мешает молодым рыбкам увидеть корм, червячков, мотыльков, личинок. Речная пена похожа на пористую шумку, которой пользуются штукатуры при отделке стены дома. Берег, покрытый пеной, выглажен, блестящий и ровный. Безо всяких малярно-штукатурных инструментов речные волны укрепляют песок и мелкий камень. Звуки реки немногословны, от нее не услышишь рассказы о ливнях и бурях, случившихся за десятки или сотни верст вверху по течению. Речь реки простая и ритмична, она наполнена шипящими звуками и паузами. Речные волны успокаивают своим повтором. Поэтому можно сказать о мантре реки, о ее одинаковом количестве звуков, слогов, которые вводят людей в религиозное трансцендентное положение и состояние, соединяя их с вечной жизнью, нижнее подчеркивание, 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 Подчеркивание, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, звездочка-мантра, набор звуков, отдельных фонем, слов или группы слов, которые имеют резонансное, психологическое и духовное воздействие. Продолжение истории читайте на сайте žh.club.